Необходимость возведения подпорной стены на склоне между домами в Звенигородском микрорайоне «Восточный» – один из самых острых вопросов для жителей. Они поднимали его еще в прошлом году. Первую встречу в наступившем году начали именно с этой проблемы. Мы сейчас готовы будем разработать легенький проект для согласования с администрацией. Этот проект мы готовы предоставить, наверное, числа до 5 до 10 февраля. Но если срок 10 февраля согласование проекта поставит, 10 февраля мы зайдем, представим вам проект на утверждение. Проект обустройства подпорной стены готовит компания «Стройпромавтоматика». Во время ливня грунт вымывает на расположенную ниже парковку. Действовать нужно быстро. Не терпит отлагательств и решения проблемы жесткой воды, подчеркнул глава округа. Если жители не устраивают верхняя граница жесткости, то мы должны истребовать с водоканала понижение жесткости. Для этого должны они провести определенные какую-то модернизацию или поменять технологию. Систему видеонаблюдения в микрорайоне необходимо усовершенствовать, считают жители. Установленные камеры охватывают не все проблемные участки. В ближайшее время видеонаблюдение наладят на новой контейнерной площадке на улице строителей. Другие камеры будут проверены и перенастроены. Мы оставляем ту камеру, которая показывает, я, Андрей Рубич, сейчас только что показал, ту камеру, которая смотрит конкретно на две автобусные остановки, вот где дети садятся на автобус. Потому что с ближней камеры обе остановки не просматриваются. Вот с этой видны две. Необходимость строительства нового детского сада и школы, расширение дорог, улучшение ливневой канализации и ряд других задач, озвученных на встрече, взяты главой на личный контроль. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».